люблю, когда меня называют полным именем. Александра. Потому что у этого имени есть пол. Мой, женский. Хотя Маля Аркадьевна называет меня так, только когда хочет сделать втык. Александра, не грызите ногти, они у вас когда-нибудь отвалятся. А сколько еще можно грызть, прежде чем это случится? Сложный возраст, недостаток родительского внимания. Сложный возраст, недостаток родительского внимания, как результат, острейший кризис оригинальности. Да. Бедная Саша. Кризис оригинальности, бедная Саша. Я раньше не понимала, в чем кризис. То ли я слишком оригинальна, то ли наоборот. Теперь знаю, что слишком. Кто бы еще устроил себе такой потрясающий Новый год? Веселый и ужасный. И все потому, что за неделю до Нового года я взглянула на себя и поняла. Мне уже 12, детство кончилось, и Дед Мороз никогда не придет. И все будут по-прежнему жалеть меня и говорить. Сядем, как минимум. Но это еще не самое страшное. Что? Люди могут погибнуть. Бесполезно резать. Ну, и где же он, ваш хваленый специалист? А вот и он. В стене. Отставить! Вы что? Вы кого? Товарищ полковник, осужденный Березкин из ИТУ-17 доставлен. Почему в таком виде? Из клуба взяли, прямо с репетиции новогоднего праздника. Куда бы хоть бы бороду сняли. На улице холодно, там теплее, гражданин начальник. Я извиняюсь, но какая разница, он в бороде или без? Послушайте, Морозкин. Березкин я. Да какая разница, короче, у меня там генерал, замминистра, золотой души человек. Да подождите, он вошел в лабораторию, вот в эту дверь вошел. Так, а она, видите, она с кодовым замком, и ее закрыли, она не открывается, ее никто не может открыть. У них там кислорода на 10 минут. Вы не попробуете, а? Поглядим. Изъяты из вещдоков. Ах ты мой маленький. Тишина в помещении. Замочек немецкий. А? Да. 2 миллиона комбинаций. Так, давно ставили? 2 года уже. Профилактику делали? Нет. А жалобы были? В последнее время что-то хандрил. Плохо срабатывал. Спотел, наверное. Не, он не потеет. Вы о ком? Да генерал ваш. Там духота поди. Не то слово. Парилка. У меня дети. 2 доченьки. Я в тюрьму не хочу. А чего так? Готово. Товарищ генерал.
лейтенант. Мы так волновались. С наступающим вас. Новым годом. Чего? Счастье, говорю, на тебя свалилось. Килограмм 100, не меньше. Теперь вам, Березкин, срок скостят. Жаль. Да, побольше таких парней и присылали. А то вот шлют всякую шелупонь. Нет, ты мне объясни, Березкин, я ничего понять не могу. Активисты меня метелят, как цуцика. В ШИЗО парись безвылазно. Потом блатные пайку тырят. Но я ничего не могу поделать. А вы по какой сложности? Ворзона я. Рано вам еще. Вы сначала мужиком пройдите, или бугром хотя бы. Ну так как? Вон епишкид уже. Вор отряда. А, кстати, Владимир Сергеевич, меня Сученый в барак не пускает. Что делать-то? Евгений Христофорович, а сколько у вас западло? 3. Это многовато. Бонус надо искать. А где бонус-то искать? А там вот стукач. Галифе на шлаге стирает. Вот у него в кармане $100. И найдете. Березкин, что за разговор? Откуда у нас шлага $100? Товарищ полковник, да тут Березкин... компьютерную игру разработал. Warzone называется. Про нашу жизнь. Игрушки тут развели. Ну ладно, кончайте. Ступайте отсюда. Березкин, садись. Тут тебе, Березкин, от начальства благодарность за спасение генерала. И недельный отпуск домой. Отпуск? Да. Замминистра сказал, сделайте этому Деду Морозу подарок на Новый год. Доволен? А чего ж? Только 3 января на вечернюю поверку, как штык. А как же Армен Борисович, кто же теперь вместо меня Дедом Морозом? Другого ребят не признают. Ничего, я сыграю. Меня признают. У меня к тебе просьба. Ты в Москве купи щенка породистого, помордастей. Найду. Я внуку обещал. Держи. Да. Да, здесь. Да, будет. Корявый тебя спрашивает. Давай мухой к нему. Спасибо, гражданин начальник. Постой, Березкин. Знаешь, вот в твоей этой игре я за точку, вот куда ни положу, все равно кум находит. Скажи, куда спрятать? К Тахану, в тумбочку. Там никто не найдет. Прокнокал я, что ты до звонка к Марьяне. Мне сообщили, Филя, что ты к жене собираешься. Портова. Повезло тебе. Я, профессор, сватать тебя замарьякался. А ведь у меня просьба к тебе будет, профессор. Сам можешь. Ты же понимаешь. Я до звонка звонить буду. Я до конца жизни сидеть буду. И на кичи хвоста откину. И смертушку свою на зоне встречу. Мне и здесь мазёва. Мне и здесь хорошо. Чем не блатхата? Разве не гранд-отель? Только одной шмули не мажу. Кроме вот одной вещи. Ее ты мне и притаранишь. Ее ты мне и достанешь. И братве на родной зубок к веселинам. А еще ребятам прикупишь. За место бородатого холодильника проканаешь. Будешь у нас, так сказать, Дедом Морозом. Вот малявка. Это список вещей. И паханку свою окно. Жене своей купи. Что-нибудь обязательно. Спасибо. А это тебе. Это тебе.
чтобы не запарился. На добрую память. Глянь. Ежели что, сразу намыливай. Понял. Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд, так значит, я не зверь. Розенбаум? Шекспир. А ты думаешь, профессор, что я зверь? Эй, ты крутая, взялась откуда такая? Идет, не замечает, смотрит поверх. Набралась девочка манер, например. Ты где набралась? Ты где понахваталась? Как круто забирает, сейчас упаду. Или поверну и следом пойду. Пойду, пойду. Она крутая, детка, ну даем. Все погибает, а она идет. У нее таланту много, знать идет своей дорогой. Пусть идет своей дорогой, сторонись за нею следом, к своим большим победам. Идет и поспешает этот паренек, в глазах его огонек. Себе соображает. Какие здесь сомнения, это не сон. Девчонка в самом деле фасон. Себе в затылке чешет, это не сон. Себя надеждой тешит, в самом деле фасон. А ведь был почти у цели, но заснул в ее постель. Погиб в ее постели, зашибись. Фасон, в самом деле фасон. Фасон, в самом деле фасон. Фасон, в самом деле фасон. Приехали! Хорошо-то как! Куда же это я... Слушай, командир, я куда-то бумажник затырил. Ну? Видишь, Новый год же. Ну? Я сейчас бегаю пулей, а тебе залог оставлю. Да? Ну, чё ты, командир, а? Ну-ну. Иди здесь. Ай, нет, отдыхай. Ну, Галка. О, ну дает, а? Смотри-ка, вот это да. Готье. Коньячок. Да. Так. Да. Алло, Березкин? Ты откуда? С Воли? Ты что, сбежал, что ли? С Новым годом, Лапуля! А? Хотел тебе сюрприз сделать, но уж не до этого. Я
Понимаешь, бумажник куда-то в сумке засунул, а меня такси ждет. У-у-у. Слушай, ты так не держи. Я у тебя их тут в шкафу взял. Что? Чего ты не сказал, что мебель купила? Березкин, ты где ты находишься? Где, где? Я дома. На Семеновской. Йо. Ты как дверь открыл, Вова? Да как не открыть? Галчунь, своя дверь-то. Беги оттуда, Вова. Беги. Куда? Господи, да куда хочешь. Я квартиру продала. Ты в чужой дом залез, ты понял, Березкин? Хорош заливать. Они дверь еще не сменили. У них сигнализация, кретин! Братишка, ты где? Братишка, прыгай сюда, братишка! Ну, братишка, не бойся, прыгай! Он через балкон чеканул! Стой! Стой, стрелять буду! Здравствуй, Галя. Ну, а чего же ты в женской шубе? Украл? Тебе купил. Ну, а чего на себя напялил? Ты холодно же, Галь. Ну, проходи, любимый. Я, Галь, понимаешь, все потерял. Подарки, деньги. Удивляюсь я твоему равнодушию, Березкин. Ты меня потерял. Меня, понимаешь? А не свои подарки вонючие. Не, и подарки тоже. А за деньги меня теперь зэки на куски разорвут. Ну, значит, наш развод тебя особенно не расстроит. Расстроит. Я ж к тебе ехал, Галь. А что же ты хотел, Вов? Я уже 6 лет как вдова при живом муже. А мужики коршунами вокруг вьются. Мне ж год остался. А мне сколько? Я, Вов, не хочу с тобой увидать. А с кем же ты увидать собралась? Ай, найду бизнесмена на берегах Иерихона. Иордана. Иерихон — это город. А при чем тут Иордан? Я в Израиль уезжаю. Навечно. Ты чего, Галь? Какой Израиль? Ты же русская. Судьба у меня еврейская, Вов. Судьба. Так ты замуж выходишь? За еврея? За этого? Это? Да. Это очередная ошибка. Я, Вова, взяла и купила себе историческую родину. Я теперь еврейка по маме. Царство и небесное Пелагея Ивановне. А как же я? Ты? Ты как был, так и будешь. Вова Березкин, вечно подающий надежды. Ты хоть бы вором нормальным стал. Люди до сих пор смеются. Мог взять из сейфа 1 000 000, а взял только 10 000. Сколько ты в этот банк вложила, столько и взял. Это по справедливости. Мне даже в суде обманутые вкладчики вон аплодировали стоя. Ты же помнишь. Стоя, а не стоя, а ты сидя. Сейчас кто по мелочи берет, того и сажают. Да они б никогда в жизни меня не нашли, если б я случайно у сейфа не оставил паспорт и справку из РЭУ. Ну, конечно, нашли. Ну,
Ой, какой ты невезучий, Вов. И я с тобой невезучая. Детей надо было заводить. Да при чем тут это? Просто разные мы с тобой люди. Да, я пойду. Куда? Ну, куда ты на ночь глядя? Оставайся. Нет, я так не могу. А у вас в зоне не храпят, что ли? А у нас это западло. Березкин, подожди. Вов, слышишь? На, возьми. Это твой компьютер со всеми причиндалами. Видишь, сохранила. И еще. Возьми 100 баксов. Возьми, прошу тебя. У меня больше нет. Ну что ты, Вера, Вера? И вот, знаешь, шубу возьми. Как. Ну что ты, зачем мне в Африке шуба? Я тебя прошу, возьми. А потом Израиль, это же не Африка. А, ну ладно, давай. А ты не замерзнешь? А что мне сейчас уже все равно, я ничего не чувствую. Как это? Не чувствуешь? Я бросаю семью. Бросаю родину. А ты? Я еду черти куда. Березкин, ну ты меня любил? Ну хоть капельку. Березкин. Галка, конечно, я любил. Помнишь, вот давно там вот, в мае еще, весной, на речном трамвайчике, ну, по Москва-реке мы с тобой плыли, и я тебе читал, Галка, «Шагане ты моя, Шагане». Шагане ты. Не было этого, никуда мы с тобой не плыли. Плыли, я тебе читал. На, возьми свою шубу. Я тебе читал, Шагане. Забери своего. Я же тебе Шагане читал, Шагане. И вали, кто Шагане, с кем Шагана. Ты плыл. Вали отсюда. Не может это быть. Не может быть. Можно сделать очень много. 5 минут! 5 минут! Бумажку уронили. Это ваш. Березкин, бывший инженер-электронщик. Аристарх Ростопчин, бывший депутат Государственной Думы. У вас нога выросла. А она обычно в это время у меня растет. Может, посуду возьмем и ко мне? А где... Метромост, знаете? За мостом живете? Нет. Непосредственно под ним. Под мостом. Какое у меня состояние? Да при чем тут состояние? Я же ему говорю, подожди полминуты, а у меня состояние. Состояние. За состояние, чтобы оно было. Аристарх, у вас есть дама сердца? Есть одна на Елзаводском рынке. Вот, подарите ей эту шубу. Шубу? Она лисья. А что это я должен дарить? Вот. Я ей буду укрываться. Как хотите. Вот вам этот чемодан. Можно продать на радиорынке. Ой,
ты, братишку. Только надо в хорошие руки. Тю-тю-тю-тю. Волкодав? Ротвейлер. Аристарх. Вот вы думали когда-нибудь о смерти? Да, конечно. И вас это угнетало? Нет, наоборот. Радовало. А почему? Потому что я не о своей, а о тещиной смерти думал. Ох, и стерва была. Но такая стерва. Галка, жена, бросила. И деньги заковские я... Все потерял. И подарки тоже... Ладно, я пойду. Не становись против ветра. Березкин, а это что вот ты... Убедил я тебя? Только я не понял вашу последнюю фразу. Я сказал, ты бы вспомнил бы про свою мать. Александра, Александра. Мне не хотелось бы думать, что это и есть ваше истинное лицо. Кроме того, вы опять вышли к столу непричесанные в этой ужасной майке. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. А нос? Какой нос? Должен у человека быть прекрасный нос. Я недовольна своим носом. И ничего не поделаешь. Даже Чехов ваш не поможет. Опять кризис оригинальности. А мальчика Аркадина? Я могу говорить с вами как женщина с женщиной? Во-первых, по-французски. Надоело, язык уже болит. Саша. А мальчика Аркадина? Мама уезжает на Новый год, а вас заставляет сидеть со мной. Ну что мы будем торчать тут как два отморозка? Вам же тоже хочется оторваться, покайфовать в праздник. Вы свалите потихоньку. Что? Ну вы свалите потихоньку, а я одна покантуюсь. Да, кажется, вы правы. Мы слишком увлеклись иностранными языками. А что я сказала? Так все говорят. Ваша мама так не говорит. Если вы мне не доверяете, поучитесь у вашей мамы. Пожалуйста, хоть сейчас. Да не надо мне эту чушь собачью пороть. Если он немедленно не оторвет свою задницу. Ахтунг! Ахтунг! Эзинген! Поют немецкую песню. Немедленно вернитесь на свое место, Александра. Я хотела еще немножечко поучиться. Боже упаси! Бизнес – это очень нервная работа. Амалия Аркадьевна, да как насчет Нового года? Вы требуете невозможного, как это не прискорбно. Но Новый год нам придется встречать вместе. Пейте чай, Саша. Господи, как люди жили. Как долго чувствовали. Срочно приобрету благоустроенный особняк с участком от гектара в районе Рублевского шоссе.
Цена до миллиона долларов. И телефон. Ну и что? Москва. Финансовый Вавилон. В городе, где крутятся миллиарды. Удавиться из-за 5 штук зеленых. Да. Надо быть круглым идиотом. Крутятся эти миллиарды, крутятся, а все мимо нас. Да это ты мимо них. Что такое денежный оборот, знаешь? Показываю наглядно. Зэки дали тебе на подарки к Новому году. Так, карманники у тебя их свистнули. И вложили в какой-то мутный банк под проценты. Так, деньги есть? Банкиры все уперли из банка, а себя объявили банкротами. Рикетиры наезжают на банкиров, забирают деньги себе. Деньги идут на общак, в зону. Зэки отдают их тебе на подарки к Новому году. Деньги работают. Деньги отдайте. Да не в деньгах, дело в системе. Да какая система? На втором этапе меня уже нет, меня порешили. Это потому, что ты не вращаешься в денежном круговороте. Не понял. Ты должен занять место получающего. Кто за тобой по кругу? Карманники и воры. Вот к ним и перемещайся. Нет, зачем? Я не хочу. Ну-ну-ну-ну, подожди, подожди. У тебя же профессия в руках, Вова. Ты вор. Я инженер. В денежном круговороте нет места для инженера. Куплю особняк. Цена до миллиона долларов. Дом 6, квартира 21. Ну скажи, у кого из честных граждан может быть миллион долларов, если это не мы с тобой? Давай, инженер. Давай, профессор. Даю. Это же интересно. А, господи, что я делаю? Что делаю? Пришел по первому зову. Все дела бросил. А мне твои держиморды сказали, что не можешь. Шибко занят. Это не мои морды, это твои морды. Они твой банк охраняют. А это еще кто? Ну, как же я мог? Ну... Твой карден. Мальди, вы помнишь, ты приехал? Поправлю немножко. Прошу. Да. Ты считаешь так лучше? А что, в этом что-то есть? Садись, Крышкин. Нет, впрочем, могу и прилечь. Сидеть, я сказала. Ну, чего ты, ну? Ой, ну за что? Если ты за этой рыженькой... Все фирмы
которым ты выдал кредиты, начиная с осени, оказались липовыми. Кто тебе сказал? Мало того, они все принадлежат тебе. Что за бред? Ты решил меня обокрасть. А теперь я решу. Ляжешь ты или сядешь? Ты пойми, эти деньги, понимаешь, год-два эти зубы тебе раздавят, слопают, сожрут. Бандиты кругом, жилье одно, понимаешь, в Астанове найдут остатки. Конечно, сама дура. Чего? Жизнь меня не учит. Но она будет учить тебя, Крышкин. Ну как? Как люди жили, Амалия Аркадьевна, как тонко чувствовали. Я улетаю в Женеву. Вернусь второго. Деньги должны быть в банке. Тогда мы просто с тобой расстанемся. Если денег не будет... Да-да, конечно, конечно, я понял. Как скажешь. Прошу вас. Спасибо. Ну, Злючка, я постараюсь вернуться 31-го. А если не выйдет, не дуйся. Прости маму. Уже простила. А что ты такая? Мама, ты говорила, что жизнь тебя не учит. Да. Поэтому ты бросаешь меня. Подожди, ты что, подслушивала? Ты тоже подслушиваешь. Это тебя не касается. С Новым годом, мамочка. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом, Ольга Васильевна. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Александра, вы разговаривали с мамой. Сашенька! Сашенька! А мальчик Аркадьев-то? Почему? Почему люди так жили? Так тонко чувствовали? Почему они теперь ничего не чувствуют? Бедная Саша. Да если ты хоть раз побываешь в Лейк-Тахо, тебе на Лас-Вегас смотреть не за... Охрана! Это из 32-й квартиры. Сейчас нам тренажер привезут из магазина. Вы пропустите. Арилудо, рискнет. Поздно. Все, пропал наш миллион. Чего ты возил? Ну ладно, зачем мне миллион? Мне только 5000 надо. Ну, у кого ты собрался красть 5000? У честных тружеников, которые собирают деньги на старость? Больно, краная рука! Шевели ногой! Ой, бабочки! Пошел, пошел! Захомутали форточник акробата! Захомутали березки!
Спасибо. Уже третий за неделю. И все в 21-е лезут. Фестиваль у них там. Ну, будь здоров. Давай. Ну, чего ты? Ну, хрен с ним, с миллионом. Достанем домик попроще. Вот самый лезь в этот домик. Кто? Я? Ну и бессовестный ты человек. Я же инвалид. Жук ты майский, а не инвалид. Иди, иди, вешайся. Спасать не буду. Утром будешь висеть синим и безобразным. А, пошел ты. Охрана, 60-ю квартиру Дед Мороз придет вечерком. Пропустите, хорошо? 60-ю Дед Мороз, понял. Посмотри монету. Че там? Орел. 60-ю? Так точно. Проходи. Стой! Ты че, дед? В самом деле, че это я? Лифт вон там. Вышел на точку. Внимание, Береза! Вижу Деда Мороза! Иду на перехват! Некогда мне, некогда! Последний уровень. 30 секунд до включения сигнализации. Подсказка для тупых. Код замка. Время начала Нового года. Желаю удачи. Ни хрена себе. Береза! Береза! Все Дед Морозы нейтрализованы. Как понял? Шухер! Снегурки идут! Время Нового года 4 цифры. 31 декабря 31.12. 31.12. Нет, полночь. Начало Нового года. Новый год наступил. 12.00. Начало 0.04. Ну что ж, спасибо, это мне за работу. Спасибо вам, господа, спасибо вам, господа. У тебя большие проблемы. Девочка, я Дед Мороз. Ну то, что север, это точно. Это 60-я квартира?
ты не дошел до меня. Да? Я перепутал. А я нет. Короче, гражданин Березкин ВС, отбывающий срок заключения. Эту кассету и твои документы я передаю своему адвокату. Если со мной что случится, заходите, Макар. Здрасте. Здрасте. Наступающим. Также вас. В общем, Макар, храни это. Если что со мной, передашь в милицию, понял? Пошли, провожу. До свидания. Угу. Уяснил? Ага. Саша, а кто это? Дед Мороз. Не видишь, что ли? А чё он связанный? Я Макаров. Исповедую древний культ Вуду. По обычаю нашей секты, каждый год, 31 декабря... Вы ходите в баню? Нет. Мы приносим жертву свежего Деда Мороза. Теперь ясно? Угу. И никому ни слова. А, да, Макаров. Если хочешь, заходи попозже. Я тебе дам крови попить. Поздравляю, ты победил в конкурсе. В каком конкурсе? Кто дойдет до сейфа? Ты прошел все тесты, и я беру тебя в напарники. Куда берешь? Партнеры. Если, конечно, ты не хочешь получить еще один срок. А взрослые где? Где твой папа? Папы нет и не было никогда. Мама уехала до 2 числа. Могу охрану снизу позвать? Нет, охраны не надо. Ты знаешь, ты даже не знаешь, вот с кем ты связалась. А у меня есть сообщники, и у них очень длинные руки. Березки! 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 Смешно. Ну зачем я тебе? Меня зовут Александра. Ну зачем я тебе, Александра? Сам придумал. Ух ты, класс. Я вот сейчас эти сниму, веревки сниму и надеру тебе уши, твоему адвокату. Ну, извини. Извини, Саш, там мужик какой-то странный. Говорит, к вам в квартиру его друг залез и не выходит. Да вы что, тут никого нет, можете посмотреть. А тут дяденька, наверное, пьяный. Ну ладно, Саша, извини за беспокойство. А кто-то хотел мне надрать уши? Ой! Фу. Ой! Ой, ноги! Ой! 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 Слушай, Александра, отпусти ты меня. Я ведь тебе ничего не сделал. Я бесправный заключенный. Меня обокрали. И жена меня бросила. И у меня щенок, он не кормленный. Какой щенок? Ротвейлер. Ты меня тоже пойми. Нужен крутой парень, вроде тебя. Ты думаешь, я зверь? Мне тебе мучить надо. А я тебе долю дам, как у воров положено. Ты какая, а? Что ты не невозможно. Эй! Ты чего? Какой слабенький оказался. Ты знаешь, сколько таких, как ты, на моем счету? Не боюсь, что я тебе башку оторву. Не боюсь. У тебя глаза добрые. Да чего докатился? Да не крутой я, девочка. Понимаешь, я не крутой. Да уж, не Бэтмен. Невезучий, Александра. Не связывайся со мной, сама невезучей станешь. По-моему, у тебя заниженная самооценка. Так и тебе толку не будет.
Правда? Да. Но мы приведем тебя в порядок. Ты забыла меня, не хотела сломать. Это мой дядя Веня из Алупки. А это Ваня, водитель нашего Крышкина. Здорово. Он провинциал, всего тут боится. Ты пригляди за ним, Вань, чтобы не заблудился. Сань, нету базара. Я в шкафу больше спать не буду. Ну, извини. Самоуважение проснулось? Это не я. И каким же ты себя видишь? В гробу я себя вижу. А на груди табличка. Вор, трус, неудачник. Да. Бэтменом пока и не пахнет. Что ты хочешь от меня, маленькое чудовище? Давай поедим. Ты голодный, наверное. Я тебе все и расскажу. Ты что, грабить-то хочешь? Учительскую или кабинет директора? Банк. Банк? Что, тебе мама денег не дает? Мы как раз мамин банк и будем грабить. Зачем? Я хочу, чтобы мама перестала быть банкиром. А стала мамой. Другого способа нет? Ограбление не самое сложное из моих попыток. Да какой хрен мне до твоих попыток? Жиру беситесь? Довели ребенка до паранойи. Ты забыл про кассету? Ты в моих руках и должен мне подчиняться. Вот. Вор должен быть юридически грамотным. И охрана видела, как мы с тобой сюда входили. И ты сказала, что я твой дядя. И грош цена твоей кассете. А твои документы? А я скажу, что потеряла. В милицию сам приду. Съела, тютя! Забирай свое барахло и давай мои шмотки. Дедом Морозом пришел? Дед Морозом, мою дочь отсюда! Отвернись! Это Амалия, моя гувернантка. Вечно ломает все планы. Что делать? Затягни штаны. Ты дядя Веня из Алупки. Забыл, что ли? Амалия... Что, Сашунь, не ожидала? Ты насовсем? Давай быстро все в холодильник. Это вам к Новому году. А где Амалия? Да, в магазин за покупками пошла. Так ты остаешься? Да нет, самолет задержался. Я буквально на 10 минут и назад. Мам, а там понимаешь? Некогда мне. Ой,
А вы кто? Здравствуйте. Добрый вечер. А вы... С наступающим. Вас так же, а вы, простите... Я из Алупки, я. Из какой, простите? Двоюрный из Алупки, я Веня. Ой, мам, это же Владимир Сергеевич Березкин, наш педагог по информатике. А при чем здесь наш Веня из Алупки? Веня, понимаешь, тут вот... Амалия Аркадьевна накрыла на стол, а сама ушла. Телефон зазвонил, а Владимир Сергеевич трубку снял. А там Веня привет передал. Да, из Алупки, привет. Ага, понятно. Не стесняйтесь, Владимир Сергеевич, это моя мама, Ольга Васильевна. Очень демократично, хоть и банкир. Давай, вы простите, ради бога. Я вас увидела, подумала, вор забрался. Мам, Владимир Сергеевич новую обучающую игру разработал. Принес показать. Автор Березкин. Да, это у вас вот так учителя к ученикам ходят, да? Ну, вообще-то насчет спонсорства. Помнишь? Да-да-да. Вы знаете, у Саши ваш предмет самый любимый, и она буквально бредит компьютером. И вот эта идея с обучающими играми мне нравится. Можем сразу посмотреть. Может, не стоит? Музыка хорошая. Очень знакомая. Что-то я не разберусь тут. Владимир Сергеевич, объясните. Вот выбираем уровень сложности. Мужик, вор отряда или блатной. Тут главное... Не напороть косяков или западло. Сначала вы у параши, и блатные вас прессуют. И надо идти к пахану разбираться по понятиям. А кум это кто? Опер. Вот стукач к нему побежал. И главное, всех сученых, извините, забить. И последняя миссия, это побег. И чтоб вертухай с вышки не задел. Вот. Game over. Игра окончена. Здесь хана написано. Это одно и то же. Это что, обучающая игра? Класс! А что, Ольга Васильевна, пусть дети сразу и готовятся. К чему? У вас же все-таки коммерческий лицей. Тем более, сам Бог велел. Петров, ты? Извините. Что? Что ты собирался мне звонить? Да я и так... Извините. Да я и так по твоей милости в аэропорту сутки проторчала. Что? Ладно, еду. Извините, мне пора. Приятно было с вами познакомиться. Мы обязательно с вами поговорим. А что, что-нибудь не так? Раньше не встречались? Нет, не думаю. А что? Нам надо серьезно поговорить. Вы куда? Мой отец в Новый год тоже очень часто уезжал в командировки. Я до сих пор помню вот эти испорченные праздники. Это очень повлияло на мой характер. Я вырос, как бы это вам сказать, безвольным человеком, что ли. А если бы в Новый год уезжала моя мама, то неизвестно, что бы со мной было бы. Мог бы в тюрьму попасть, что ли. Я знаю, что я виноват. Но у меня очень важная встреча. А Саша вполне разумная девочка. Вы оставляете ее одну в Новый год. Это страшно. Не травите мне душу. Я все понимаю.
числа Ольга вернется, и всем нам... А по дороге из Шереметьево мы ее и грохнем. Нельзя. Сначала уничтожить все документы. Там моя подпись. Да вон они, за стенкой. Пойди, уничтожь. Она все заперла у себя в сейфе. Если вскроем сейф, вы же валитесь. Вы же охрана. Где-то я ее видел. Эй, военнопленный, нет. Ты чего маму мою клеишь? Хорошая у тебя мама. Вот ее-то мы и будем грабить. Я тебя понимаю, но ты хоть знаешь, что такое банк? Знаю. Сейфы тоже система, что и у нас дома. Охрана. Они ж тебя убьют, дурочка. Сам дурачок. Охрана под контролем. Видишь бипер? Звоню в мамин офис. Подаю сигнал. Ну и что было? Пожалуйста. А кто это говорит? Охранники. Мама может слушать весь банк. Везде микрофоны. Некрасиво, правда? Некрасиво. Ну, подслушала ты охранников, а дальше что? Мы их усыпим, как тебя. А чем? Шампанским. Наши охранники настоящие бандиты. Их Коля Крышкин привел. А все бандиты пьют. Да еще в Новый год. Как грабитель грабителю. Гениальный план. Все учтено, кроме одного. Тебе по суду ничего не будет. Тебя мамочка отмажет, а Березкин загрузит по всем статьям. Маленькая ты, чтобы банки грабить. Вот подрастешь и все, хватит про это. Давай, забудем про это. У тебя такая замечательная мама. Это невероятно. Это она. Это она. Саша! 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 Что? Саша, сколько тебе лет? Ну, 12. Как 12? Этого нет, не может быть. Тебе должно быть... А это не важно, понимаешь, я знал твою маму. Я знал твою маму, знал! Ты лучше придумай, как сплавить Амалю. Она все планы ломает. Мы плыли по реке. Я и читал. Шагане, ты моя Шагане! Что с тобой? Я Бэтмен. Я человек летучая мышь. Если ты откажешься, я найду другого вора. Ой, Сашенька, я задержалась. Добрый вечер. А Майя Аркадьевна, это... Вениамин. Двоюродный брат Ольги из Алупки. Какой большой. А Ольга Васильевна говорила, что только что школу закончил. Поход прыгнул. Я знал, ты советского инженера не убьешь. Где деньги? Аристарх. Да. Ты меня извини, у меня нет миллиона-то. А чего ж ты пришел тогда? Можно заработать. И без всякого риска. Ну, не миллион, конечно. Заработать не миллион. Эй. Аристарх, вы можете за один день увлечь женщину, и чтоб она Новый год провела с вами? Сколько женщин? Одну. Умную, интеллигентную.
обожающую чеховских персонажей. Ну, слушай, я же вылитый чацкий. Чацкий, это не Чехов, Аристарх. Это мы разберем. Слушай меня внимательно. Что мне надо? Подъемные средства, маршрут следования и обязательно фото. Анфас, профиль. Угу. Что у тебя? Анфас. И молчаливые рыбы, обитавшие в воде, и морские звезды. Вот оно. И те, которых нельзя было вся видеть. Жизнь глаз. Совершит печальный. Вся жизнь совершит вся печальный жизнь. Круг. Не знаю я, как это пронюхал, не знаю. А кто говорил, у меня там все схвачено? Чай послать, пацаны. Чего делать будем, Колян? Инсценируем ограбление банка. Догадаются. Но не докажут. Все должно быть натурально. С кровью. У вас у всех должны быть рожи разбиты. Кто-то ворвался в масках. Выпотрошил сейф. Со всеми деньгами, документами. И когда Ольга прилетает... И мы ее в решето. Она исчезает. С деньгами, документами. Пусть ее Интерпол ищет. Значит, все на Ольгу сливаем. Молодец, Колян, а ведь мы хотим тебя грохнуть. Пока мы тебе сейф откроем. Его автоген не берет. Куда я не знаю. Ну, найдите умельца. А как мы его тебе за два дня найдем? Тут взрывать надо. Полбанка снесем. Тут медвежатник нужен. Специалист. Березкин. Они ее убить хотят. Но ты маме-то звонила? Да я не знаю, куда. Надо сказать вашей охране. Да есть они охранники. Ничего, я девочка разумная. Позвоню в милицию. Да. Да, вот это вот самое верное. Но они уже не властен. 5 минут. 5 минут. Девочка, ты откуда адрес? 1 Смоленский переулок. Дом 6. Квартира 21. Смоленский 6, квартира 21. Соплячка негодная. Сейчас мы определим твой номер телефона, вышлем наряд и родителей твоих под суд. Хулиганье. Ограбление. Ну чего там? Ты представляешь, что творят? Вчера какой-то пацан звонил. Ага. Сказал, в этой же самой квартире 21-й будут убивать Деда Мороза. Не слабо? А? Шутят они. Ай. Ай, у меня же замминистра, генерал. Золотой души человек, я же ему жизнь спас. Звони скорее. Так, 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 ах ты. Вот. Соедините меня, пожалуйста, замминистра генералом Сорокой. Березкин говорит. Нет, вы знаете, так он не поймет. Скажите, что... Заключенный Дед Мороз, который его на заводе спас, и на меня он упал потом. Куда идти? Сказали, определят номер. И вышлет патруль. Угу. Что же делать? День-день, родственники, обедать. Сашенька, можно вас на минутку? М? Она на Новый год отпросилась. Это что, твой человек работает? Когда это он успел? Я ему дам отбой. Сегодня же. Не надо. Видишь, как им хорошо. Понял. Надо действовать, как Аристарх.
Ты говорила, что им нужен медвежатник. А-а-а! Вот это ваша? Наша. А это? Наша. Ага. А вот это? И это тоже. А чего на Волге? Давай на Форде поедем. Ты чего, маленький что ли? Они же ее как облупленную знают. Понял. Это они. Ты уверена, что это лучший способ знакомства? Конечно. Коля Крышкин так с ними и познакомился. Ну, удачи тебе. Мы его цепляем, мне кажется. Орбана! Да ты чё, камикадзе, охренел? Ребята, это не дорога, а каток, Медео. Я не знаю, мужик, но ты попал на такие бабки. Я понимаю. Ну чё ты понимаешь? Ну чё, братан, семейный бюджет рухнул. Да чё, мужики, у меня вот вся семья за забором. Ну, пойдем, пойдем. Разберешься. Приняли? Да. В аспирантуру поступил. Так не радовался, когда они узнали, что я специалист по сейфам. Сразу, братан, братан, вообще понял в натуре. Трали-вали, кошки драли. По тундре, по широкой, по дороге. Да, Волгу пришлось в залог оставить. Забудь про нее. Ничего. Когда? Сегодня. 10 000 обещали за сейф. Да. Да. Ты что, мне не веришь? А почему ты мне помогаешь? Потому что я Бэтмен. Человек - летучая мышь. Веришь? Верю. Веришь? Веришь, веришь. С Новым годом. Я забежала проведать вас и поздравить. Я на минутку. Меня ждут. Аристарх Львович? Тот самый? Да, тот самый. Ой, Амалия Аркадьевна, какая вы цветущая. А шубка-то какая прелесть. Мне тоже нравится. Правда? Угу. И вы знаете, это смешно, но Аристарх Львович предложил мне переехать к нему. Глупости, конечно, в нашем-то возрасте. А что тут такого? К нему переехать? Да, он живет, я забыла, не то за метро мостом, не то перед. Но что-то очень романтичное. А вдруг они не будут пить? В Новый год? Не смеши ты меня. У тебя гениальный план. Понимаешь? Гениальный. Немедленно домой. Ну, пожалуйста. Я там спрячусь у банка. Они меня не увидят. Во-первых, будет звонить мама, ты ей все расскажешь. А во-вторых, я сказал немедленно домой. Ты что, меня не поняла, что ли? Слышь, ты ноги-то убери. Я кушаю все-таки. Да ты всегда жрешь, блин. Угу. За 3 часа раскурочишь? Я в таких условиях, парни, алмазный фонд могу раскурочить. Вообще. Ну-ну. Не успеешь до Нового года, будем взрывать.
только бабки твои накроются. И Волга тоже. Я пойду гляну. Все летит к черту. Кто-то должен поехать со мной. Чего стряслось? Ольга через час прилетает. Не усидела стерва. Понимаешь, это надо сделать сейчас. Прямо сейчас. Все должно быть натурально, Колян, с кровью, сам сказал. Урка вскроет нам сейф. Да. Мы вызываем ментов. Все должны быть на месте, вся смена. А Ольга? Разделение труда. Что? Давай, Колян. Поработай. Я должен один сам? А иначе нам оставлять тебя тоже нет резона. Да-да. Да. А урка ваш не застучит? После сейфа мы его тут и кончим. Мы же охрана. Мы банк охраняем. Да-да. Все правильно. Молодцы. Все должно быть натурально. Аристархимович, у вас? Да не стесняйтесь вы, тут Березкина убить хотят. Да, и Вильню Залубки тоже. Облажается Колян. Колян-то? Если надо, он маму с папой положит. Имитируем беспорядок. Гудбай, Ольга Васильевна. Гудбай. Ты что, уснул, братан? А машинка сама работает. Давайте, братва, старый год проводим, что ли? Я вот тут и тару прихватил. Ну, ты предусмотрительный. Ханк. А шампанское мы не пьем, братан. Ливануть сахатой. Ио, каган. Слышь, доходной, промочи горло-то. Спасибо! Слышь, Сахат, где это такого урода нарыли? Не обижай, братана. Пойди пожрать принеси. Торопись, братан, едалом не щелкай. Вы тоже могли бы делом заняться. Чего? Хотя бы мебель покрошили, чтобы менты поверили, что это ограбление. Не твоего ума дело. Ну, а если на вас напали, то должны быть следы побоев на роже. А иначе все это фуфляндия. Блин, все правильно. Колян говорил, рожи должны быть в смятку. Точно, все в натуре, по правде жизни. А кто бить-то будет? А ты угадай. Спасибо. А то никто не останавливался. Как повезло. Кому из нас повезло, Саша? Это еще вопрос. Удар ничего, но вот след, неброский след. А так хорошо. Да вроде нормально. Кувалда, ты это, как-то поделикатней. Серега, так ведь не первый же год вместе. Так в том-то и дело.
Серега. А чего он молчит-то? Думает. Оба-на. А что тут в натуре? У вас. Я тебе, Вань, попозже все объясню. Ё-моё. Это ж Веня. И зовут. Он мне, кстати, полтинник должен. Имитируем беспорядок. В этом мире нет больше места, и теперь не твоя невеста. Вместе падать, вместе в рай. Я прошу у судьбы немного, чтоб не длинной была дорога в свет. Березкин! Аристарх! А ты что здесь делаешь? Ой, падла! Убью, суку. Слушай, старик, ты здесь мужика не видел? Там за углом. С Новым годом! Вова! Спасибо тебе, Аристарх, за все. Вован, а может отметим, а? Извини, у меня еще танцы. Удачи тебе, Березкин. Владимир Сергеевич, а вы откуда? Я вам все объясню в машине. Идемте. Идемте. А Саша где? Дома. А вы? Вы почему здесь? Я должен вам очень многое рассказать. Кто это? Кто вы, я спрашиваю? Какая я дура. Не думала я, что он посмеет. Но теперь-то самое страшное позади. Владимир. Не, просто Володя. А кто вы такой, Володя? Я и сам бы хотел знать. Да? Здравствуй, родная. Крышкин, ты? Не я, а мы. Дурак! Знала? Что? Что ты хочешь? Спокойно, мама. Мне нужны только документы, которые спер этот козел. Тот, что рядом. Сделаешь, как я скажу. И без глупостей. Я приду к тебе на помощь. Я с тобой пока. Ты дышишь, было так. Я отдам ему документы и заберу Сашу. Он не выпустит нас живыми. Мне все равно. Подождите. Сначала я. Крышкин? Крышкин, ты где? Я здесь. Стой! Ствол брось! Все, все сюда! Так, хорошо. Стоять! Что там еще в кармане? Сюда!
А что это? Мыло и веревка. Жаль, что не пригодится. Папку сюда! Да чего же мне везет? Год у меня будет удачный. А вы Новый год встретите в проруби. Учти, все патроны придется потратить на меня. Это почему же? Потому что он Бэтмен. С наступающим, Бэтмен. Как больно! Что с ним? На мыло мое наступил. И веревочка пригодится. Ну-ка, ну как же так-то? Ну, ты же помнишь! А? Ну теперь-то ты помнишь? Да нет же, нет. Мы плыли с тобой по Москва-реке. Я читал тебе стихи Есенина. Шагане, ты моя Шагане. Нет, честно, не помню. Ну как же, это было 19 лет назад. Я тебе читал: Шагане, ты моя Шагане. Я еще в институте училась, я в Москве еще не жила. Мам, это не умание такая. Он все ищет ту девушку. Давай это ты будешь. Вот Москва-река, вот вы с ним. Читай, Березкин, стихи. Читай! А на следующий день Березкин вернулся в тюрьму. Ему оставалось сидеть еще целый год. Прощай, корявый. Погроб тебе обязан за твое мыло. Еще надо будет, заходи. Но лучше не надо. До свидания, Владимир Сергеевич. Парадокс в том, что нам без вас плохо, а вам без нас хорошо. Да. Армен Борисович где? Приболел, начальник? Фу! Рядом. Ну-ка. Вот привел крестничка попрощаться. Ну, будь здоров, братишка. Молодец. Будь здоров. Но пока. А не спеть ли мне песню? Привет, Березкин. Здравствуйте. С наступающим тебя, Володя.